Добрый день, дорогие друзья, подписчики нашего канала. Ну и кто просто заглянул к нам, подстречим же мы тут занимаемся. Итак, в России наступила весна. Это что? Значит, во многих регионах будет открыта весенняя охота. Но даже в любой период, в остальной, когда у вас ружье, любимый ваш инструмент, всегда лежит аккуратно, надежно, комфортно сложен. Поэтому, друзья, смотрим, что же он из себя представляет. То есть, что в нем такого? Да, как бы особого ничего. Мы постарались, к нам обращались охотники, свои хотелки высказали. Я уже, к сожалению, лет, наверное, 10 не охочусь, зрение не позволяет, поэтому на их опыт. То есть, вот раскрываю. Смотрите, что, чтобы он не болтался по чехлу. То есть это не наше, это вот охотники нам предложили вот так сделать. То есть смотрите, вот кармашек, сюда приклад вставили, и он уже по чехлу не болтается. Вот этой липучкой спорно, конечно, кто-то пользуется, кто-то нет, при транспортировке. То есть если вы едете на снегоходе, у вас этот чехол, то, конечно, ствол пристегивать не надо. А когда при перевозке ствол сюда поставили, то есть он не носится у вас по чехлу. То есть спокойно лежит, не рвет ткань, все ему хорошо, тепло, комфортно. Вот здесь вставки дополнительные из Оксфорда 600-го, потому что здесь самый ответственный механизм взвода, спуска, разлома ружья. И чтобы он не рвал ткань, вот здесь вот в основном и сшаркивается. Поэтому мы усилили данные места. Вот. Также чехол оборудован двумя молниями для удобства. То есть вы всегда что с одной, что с другой стороны. Молния десяточка, прям застегивается, расстегивается легко. Ну и, как всегда, дополнительный карман. Что сюда сложить? Допустим, вы берете с собой ёршики там для чистки ружья, может быть, какой-то запас патронов, еще что-то, там шомпол. Ну, что в дополнительный карман положить, вы всегда найдете. Две ручки удобные взяли. Если вы куда-то передвигаетесь на дальняк, то есть вот ремень плечевой. То есть, ну, отрегулируете его под себя, повесили на плечо, если вам куда-то надо дойти, там, от машины до лагеря, еще куда-то. Материал. Оксфорд 1680. Очень износостойкий. Один из самых дорогих Оксфордов, которые существуют. Утеплитель плотный, двадцаточка. Прям ваше ружье будет говорить вам спасибо, что мне так хорошо, тепло, и я от всех ударов защищена. Потому что ружья сейчас довольно дорогие, ну, может, не у всех. У меня была обычная тозовка, то есть как бы ничего такого суперсовременного, но сейчас с развитием появились итальянские ружья, там турецкие и прочее. Они как бы стоят дорого, ну и каждый относится к ружью как к ребенку. Поэтому укутайте его, сохраните, и будет вам счастье. Но, ребят, вы зададите вопрос: а как же охотники без подарка? Да как? Как мы по заведенной нашей традиции, вот этот, конкретно вот этот чехол, в данном цвете у нас пока на сегодняшний день два цвета. Это вот черный, темный и светлый чехол. То есть вы вот этот чехол поедет подписчику нашего канала, кто оставил комментарий под данным видео. Поставить, ну, лайк, дизлайк, это на ваше усмотрение. Напоминаю, комментарий должен быть не менее 4 символов. То есть вот такие там, вот такие вот значки. Программа не пропустит, не обижайтесь. На время розыгрыша вы помните, личка должна быть открыта. Подписки мы должны увидеть, чтобы не было обид. Ну и, как всегда, опять же, кто нас смотрит, те уже знают, что по Российской Федерации мы отправляем за наш счет. Для сопредельных государств, извините, но сам приз бесплатно, а поедет он за ваш счет. Так что смотрите, подписывайтесь на наш канал, у нас еще много чего впереди. Ну и, как всегда, тепла, комфорта и уюта вам на природе. Все, пока-пока!